Мы знаем о готовности руководства Республики Беларусь пригласить наблюдателей от СНГ и от БДИП, ЧБСЕ на предстоящие выборы. Об этом было сказано. Но и мы понимаем, что решение сейчас трудно принять в условиях пандемии. Вы также знаете о том, что несколько таких выборных кампаний были перенесены в странах СНГ. Это и референдум в Армении, и вот референдум, прошедший в России, тоже был перенесен с 22 апреля на 1 июля. Отложены некоторые выборы в других странах Содружества. Ситуация, откровенно скажу, неопределенная. Выезд из многих стран СНГ сейчас крайне ограничен. Нет транспортного авиационного сообщения. Исполком СНГ отнесется с пониманием к любым вариантам решения этой проблемы. Если нас пригласят, мы, конечно же, приедем и будем наблюдать.